Фотовыставка «Камчатка. Край чудес» — это величественные вулканы, бурлящие гейзеры и бескрайние просторы Тихого океана, запечатленные на снимках аспирантом ЮРГУ Михаилом Громыко. В течение 2 недель автор фотографий путешествовал по полуострову в поисках достопримечательностей Камчатского края. Теперь увидеть красоты далекой природы может любой желающий. Билеты на самолет не понадобятся. Камчатка уже здесь, в холле 3-го этажа нашего университета. У меня есть очень много друзей, которые, допустим, хотели бы все это посетить, но у них иногда нет финансовой возможности, просто некоторые не мобильны, да. И возникло с моими поездками такой момент, что людям стало это интересно. И для начала это было вообще, я сделал небольшие открыточки и просто всем знакомым раздавал. Но потом как бы связался с нашими ЮРГУ и сказали, что действительно актуальная тема, и решили организовать уже полноценную выставку. Посетил, получается, за 2 недели 3 вулкана. Была океаническая прогулка по побережью, соответственно, Тихого океана, посещение Халактырского местного пляжа, ну и, соответственно, малая большая долина Гейзер. По словам организаторов, цель выставки – популяризация спорта и туризма, а также развитие интереса молодежи к природе России. Для нас очень важно показывать красоты России нашим ребятам, первокурсникам, которые только пришли в наш университет. Когда вы посмотрите с двух сторон, да, по стенам, это удивительные места, которые каждый из нас не всегда есть возможность добраться, увидеть, доехать. И сегодня у нас есть такая возможность. На открытии выставки работали интерактивные зоны, где студенты смогли проверить свои знания о вулканах и горах Камчатки, походном снаряжении, а также научиться вязать туристические узлы. Участники, набравшие викторины, наибольшее количество баллов, получили открытку в подарок. Я думаю, это полезно для туристов, которые путешествуют постоянно. Я не путешественник, но мне кажется, все равно такие знания полезны, если вдруг я пойду куда-нибудь в горы, то узлы всякие завязывать, там, в горы полазить, это будет тоже полезно, важно. «Камчатка. Край чудес» – передвижная выставка. В Челябинске фотоработы пробудут 2 месяца. После фотографии Камчатского края отправится в филиал ЮРГУ в Миассе.